мне вообще понравилось, что в Казахстане это начали как-то продвигать, начали продвигать, создавать свою какую-то поп-культуру. Надеюсь, что такая группа не одна, или, по крайней мере, будет не одна. It is very, very, like, K-pop the style is very K-pop. Многие писали, что она похожа на K-pop. Мне еще сказали, что один из участников этой группы был стажером в SM. Мне, честно сказать, очень понравилось. Во-первых, это что-то новое для меня. Казахская музыка, которую я никогда до этого не слышала. Подведем итог, что мне нравится и клип, мне нравятся и песни. Большой-большой удачи ребятам. Я надеюсь, что они продолжат развиваться и будут двигаться только вперед. Как бы, ребята хорошие, удачи в дальнейшем. Поддержите их, серьезно, всем. Всем советую. Джеба! Дай ты вот, плиз! Вас всех люблю и пока!